Здравствуйте, мои дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам, чтобы этот год навсегда стерся из вашей памяти, а с Нового года начнутся только самые счастливые и лучшие дни в вашей жизни. С наступающим! А сегодня для вас я приготовила небольшой такой подарочек. Хотела показать вам будни блогера под названием «Блюперс». Так с английского переводится «ляпы». Какие ляпы случаются при записи моих роликов? Сегодня для вас, для поднятия вашего настроения, я показываю в этом ролике. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. Увидимся в следующем году. С Новым годом! Привет! Как дела? Летние Олимпийские игры, которые должны были состояться в Токио, могут оказаться под угрозой взрыва. Могут оказаться под угрозой срыва. И это Арнольд Шварценеггер? Итак, День Святого Патрика. Что это за день? Естественно, это шотландский день. Это ирландский день. Черная-черная рука в черно-синем. После чего Джон Грей скоропостижно скончался от туберкулеза. Ну и помимо этого, самая важная часть... Наделала на себя венок какой-то там морской, так как морская тематика была. Тут у меня венок мой падает. Как это выглядело, вот смотрите, пожалуйста, смотрите. Чтобы принять. Там было очень много различных экспонатов. Помимо этого, конечно же, на выставке присутствует в честь верного пса Грейфрайс. Вот так вот, когда у тебя случается горе, я тебя... Даже мне удалось попасть в один Blackfriars, самое последнее, блин. Из небоскребов, который был открыт. Желаю вам приятного просмотра в этом году и... Желаю вам приятных просмотров. Что за дебил там живет? Ну так вот. Когда мы зашли в этот дворец, перед нами открылась огромная такая яркая лестница, вся в... Блин, задолбал сегодня. И сверлит. Я уже просто устала. Если вы зайдете на его сайт, вы увидите предложение для фильммейкеров, которые... Акция флешмоба проходит обычно в один из выходных середины мая. Разнообразие стран меняет...